Майя Санду говорит о том, что Дадон хочет там, потратить 2 миллиона евро на подкуп избирателей, возить автобусами людей с Приднестровья и так далее. Значит, вы знаете, что я точно не фанат Дадона. Но я просто реально знаю, в отличие от Майи Григорьевны, что там происходит. И Дадон, я вам скажу, что вчера не блефовал, когда он сказал о том, что он не будет возить людей. Он их не будет возить не потому, что не хочет, или потому, что у него нет денег. Потому что, хочу напомнить, это самый богатый, либо один из самых богатых людей в нашей стране. Это президент Дадон. Проблема в другом, что из-за того, что он там нажульничал, где-то там кинул шериф, где-то кинул Красносельского, и официальное руководство Приднестровья в лице Красносельского, и группа компании «Шериф». Короче, они все Дадона послали и сказали, что так, как возили за Плохотнюка на прошлых парламентских выборах, а Дадона возить не будут, потому что они его считают мошенником, обманщиком и так далее. Поэтому не будет автобусов с Приднестровья не потому, что Игорь Дадон хочет провести честную кампанию, а потому что, повторяю, его послали и сказали, что слушай, значит, Дадон пытался это решить в Москве, ему сказали, слушай, вы там сами договариваетесь. А те, как бы, ну, вы же видите некоторые высказывания Красносельского у Дадони. И поверьте мне, это самая малая часть того, что вы видели. Ясно? Анкудаты. Касафи и Кларк, Петру, тот Четатений. Игорь Дадон, Ванчерка, Сафури, Вотур. Ванчерка, Сакумпери, Аллигатор. Дачей, Сыни, Детранснистрия, Сынов и Мадитас, Дивари, Чичей, Детранснистрия, Лау, Богат, Лау, Скос, Педудон, Кум, Ауп, Тут, Ей. Шиел спуск, ей ну ворфачи, пентруэл чей еще факут, пентру плакут, ну окей, ну вор салвада, на он кредит, рентрил, шел кончить дерево меньше нос.